Всем привет! Сегодня я решил сделать видео, в котором буду давать задания своим подписчикам. Ну и за выполнение этих заданий они будут получать гемы. Смотрите, 3 испытания это 40 гемов и так далее по увеличению, до 80. Ну потому что сейчас цены на гемы подорожали, поэтому сами понимаете, да? Ну а если человек не справится с заданиями, то он будет должен гемы уже мне. Там оформим кредит лет на 10, и где-то через 10 лет он должен возместить мне 2000 гемов, да. Вот так. Ну что ж, ладно, давайте начинать. Если что, все вот эти люди мои обычные подписчики, которые зашли по ссылке из Телеграма. Поэтому вы тоже, в принципе, так можете. Ну что, давайте посмотрим. Первый наш участник, ПДО. Сейчас тогда я ему напишу задание, я общаюсь в чате со всеми, что ему нужно будет одолеть медведя вот на этой арене. Вообще, я бы взял какого-нибудь Була, наверное, против медведя. Так, а он взял Леона, да? Интересно, интересно. Он вообще вынесет медведя? Мне кажется, что нет. Ну, не знаю. 50 на 50 тут шансы. Так, ладно, все, 12 банок. Так, ульта, ульта. Спасибо. Ну что, начинаем мы тогда по смайлику. Ну давай, Леон, пытайся. Погнали, начинаем. Все, давай, Мишка, я в тебя верю. Давай, медведь, тащи, тащи. Так, щитом. Ой, нормально, он там наяривает, смотрите, просто... Вот это да, с плеча просто, давай, давай. Ай, гаси, гаси его. Давай, давай. Что? Офигеть. Медведь затащил. Наш первый участник, к сожалению, вылетает от медведя, понимаете? Да, уж не думал, что здесь кто-то сольет медведю. А вот второй участник, я смотрю, взял Эдгара, да? Но вот это получше персонаж, конечно, да. Это уже лучше. Я думаю, что тут он должен затащить. Так, ну давай, Эдгар. Не знаю, конечно, какие там шансы у медведя. Вот, блин, жаль, что я гаджет не поменял. Так, давай. Кстати, надо было арену переделать, пониже поставить немножко. Ну, я так понимаю, все тут без шансов. Да, Эдгар выносит в ноль. Ну, молодец, он догадался взять Эдгара, и он идет дальше. Ну а теперь второе задание, это пройти вот эту вот замечательную карту. То есть Лаки нужно будет бежать по кустам, ну а я буду на Джинни пытаться его притянуть. И если что, остальные тоже пусть с ним бегут там за компанию, но они не будут считаться. Мне самое главное вытянуть Лаки, чтобы он не прошел. Давайте, побежали! Так, где мой Джин? Давай сюда, Джин! Так, быстрее, быстрее. Притягиваем. Что? Это Лаки? Ребят, я не знаю, типа, что сказать. Это самая быстрая игра в моей жизни. Все, ГГ, Лаки слил. Я не знаю, ему надо было как-то спрятаться за остальными. Я же на рандом стрелял. Уже третий по счету участник, первый бот. Сейчас он тоже будет пытаться пройти испытание. Только я не понял, зачем он залетел-то туда. Он уже залетел на арену. Это не нужно было делать. Ну вот и что? Я же сказал одновременно по смайлику. Ну блин, ну что это? Ну чем люди вообще слушают? Ну я не знаю. Я просто не знаю. Ну давайте так тогда. Но у него будет преимущество. Ладно, давайте так. Давай. Выноси. Что он сделал? Давайте нового. Давайте так. Ну потому что он реально нарушает... Нарушает все правила. Но он, наверное, вынесет, да? Все-таки. Или нет, подождите. Что? Медведь вынес! Я в него вообще не верил, если честно. Я думал, типа, Эль Прима однозначно выиграет. Жесть. Но, к сожалению, бот убил бота. Наш следующий участник, это Вуди, уже четвертый по счету. Ну, я надеюсь, хоть у него-то получится пройти первое испытание. Он взял Грейла... А, я знаю, что сейчас будет. Но это читерный персонаж, но, блин, зачем так делать? Ну что это?
Зачем брать читерного перса? Так, ладно. Ну, скорее всего, он выиграет, да. Так, ну ладно, давайте. Медведь, ну ты попытайся, как бы. Шансы-то есть, шансы есть всегда. Давай, давай. Ну, блин, я так и думал. Ну что это? Ну так же вообще неинтересно ставить гаджет. Ну посмотрите на этого читера. Блин, что он делает? А, кстати, а мой медведь-то не умирает? Смотрите, он хилится. Он хилится, реально? Вот это да. А, нет, блин, умирает. Нет. Ну ладно, Вуди, в принципе, молодец. Догадался взять Гейла, да. Хорошо, давайте дальше. Сейчас самое главное, это не пропустить этого Вуди. Так, смотрите, ребят, показываю один раз, смотрите. Хоп. Нет, это не Вуди. А, ладно, показываю два раза, смотрите. Да что такое? Опять не Вуди. Ладно, показываю третий раз. А, стоп, или пробежали? Пробежал уже кто-то. Как так? Да опять не он. А где он? В какой части? Я не понимаю. Но он далеко не должен убежать. Он где-то сверху, 100%. Где-то там. О, смотрите, смотрите. Вот это да. Я просто идеально знаю здесь тактику. Стоп. Он пробежал? Что? Как он пробежал? Мимо меня? А как? В общем, у Вуди читы. Ну а сейчас третье задание. И здесь ему нужно просто выжить. У него будет Роза с ультой, и его задача это как-то залететь на центр и потом выжить. Ну а мы на броках будем все в него ультовать. Ну что, выживет он или нет? Если что, и не переживайте, я проверял, выжить возможно от 9 ульт. Правда, это было год назад, но какая разница, да? Ладно, все, 15 банок у него, я думаю, этого хватит. Ну, по идее, где-то от 1/3 ульт он уворачивается, и все, он должен выживать. Наверное, где-то так. Ну ладно. Все, тогда все встаем по кругу. Один человек еще там занимает место. Так, ладно. Ну что, все тогда давайте. Let's go. Ультуем. Ой! Как больно-то! Что? Подождите, он выжил или нет? Я не понимаю. Я сказал всем ультовать по одному разу. Так, надо повтор смотреть. Вот сейчас. Ну где ульта-то? А, вот смайлик. И пошла ульта. Так, одна ульта от первого бота. И вторая ульта. Молодец, просто молодец. Эти боты, они... Ну я не хочу его никак обижать, но я объяснял, что ультуем только один раз. К сожалению, для меня Вуди дошел уже до 4-го испытания. И здесь у него будет очень сложное задание. Затащить в дуэли меня, 1 на 1, на Леонах. Если он справится, он получит уже 60 гемов, а это очень много. Поэтому ему нужно очень хорошо постараться. Никто не говорил, что все будет так просто. Но вообще, если честно, я играю на таком среднем уровне. Поэтому я думаю, что это более чем возможно меня затащить. Давайте ждем смайлик от видео Мэнтоп и тогда начинаем. О, все, погнали. Так, надо как-то вот двойника запустить. Так, давай, давай. Хорошо. Блин, не получается. Ай, да стой, стой, куда ты? Ой, опасно. Блин. Фух, это было жестко. Не, кстати, он молодец. Он почти меня убил. Но, к сожалению, все. Испытание для него окончено. Но все равно Вуди сегодня выигрывает 40 гемов, конечно же, в денежном эквиваленте. Я считаю, что это очень даже неплохо за 10 минут. Но остальные, что поделать, повезет в другой раз. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.